Сообщество юристов Украины понесло невосполнимую утрату. 2 ноября не стало корифея отечественной адвокатуры Иосифа Львовича Бронза. Ему было 85 лет. Почетный гражданин Одесской области, заслуженный юрист Украины Иосиф Бронз являлся одним из наиболее авторитетных и уважаемых адвокатов не только Одессы, но и всей страны. Он возглавлял областной совет адвокатов. С 90-го года участвовал в создании Союза адвокатов Украины, был избран председателем комитета по профессиональной этике и членом высшей квалификационной комиссии адвокатуры, а впоследствии вице-президентом этого союза. Иосиф Бронз, автор книг и публикаций по истории адвокатуры, организации и деятельности адвокатуры, главный редактор вестника Одесской адвокатуры. За свой профессиональный вклад был награжден почетным знаком Одесского городского головы имени Григория Морозли второй степени, госнаградами, орденами за заслуги третьей, второй и первой степени. Свои соболезнования близким Иосифа Львовича выразил президент Одесской юракадемии, заслуженный юрист Украины Сергей Кивалов. Я высоко ценил и уважал Иосифа Львовича за его высочайший профессионализм и редкие человеческие качества. Он являл собой пример, каким должен быть настоящий адвокат и человек с большой буквы. Мы гордились тем, что Иосиф Львович Бронз, несмотря на большую занятость, был нашим коллегой. Занимался подготовкой адвокатов, являлся преподавателем Национального университета Одесская юридическая академия на кафедре организации судебных, правоохранительных органов и адвокатуры. Иосиф Львович на протяжении многих лет был членом Государственной экзаменационной комиссии Национального университета Одесская юридическая академия и принимал активное участие в организации Музея адвокатуры на факультете адвокатуры Одесской юракадемии. Он был наставником учащихся нашей школы юного адвоката, и его речь, обращенная к студентам-юристам, обладала огромной силой воздействия. Иосиф Львович говорил: «Адвокат должен учиться всю жизнь, непременно обладать красноречием, уметь красиво писать, повышать свой интеллектуальный уровень, быть высокообразованным и высоконравственным человеком». Иосиф Бронз был в числе организаторов и спикеров ежегодной научной практической конференции «Адвокатура. Прошлое. Настоящее. Будущее», проходящей на базе нашего вуза. В августе этого года Иосиф Львович встретил свой 85-летний юбилей. В это было трудно поверить, глядя на подтянутого, элегантного человека, обладавшего острым умом, большим багажом знаний, эрудицией. Красивую дату Иосиф Львович встретил на рабочем месте и был полон новых творческих замыслов и планов. Его уход – огромная, невосполнимая потеря для Одессы и всего адвокатского круга, для всех нас. Искренние соболезнования семье и близким Иосифа Львовича.